В преддверии новогодних праздников глава района Адам Джарим встретился с активом смоленского сельского поселения. Новый год – это время, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее. По традиции на новогоднем огоньке звучали теплые слова поздравлений. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд. Поймите, вот ни глава района, ни глава поселения, ни депутаты одни сами не справятся без простых людей, которые живут в том или ином хуторе, станице, поселке, потому что основу всегда делаете вы. В канун Нового года, или начну с того, как мы заканчиваем год. Значит, год мы заканчиваем практически неплохо. Если судить по финансовой стабильности, мы входим в десятку лучших муниципалитетов края. Подведение итогов еще будет в следующем году, но те обязательства, которые мы брали на себя по строительству, по ремонту, по благоустройству, практически все исполнено. Глава отметил успехи района в экономической, социальной и культурной сфере. Необходимо сохранять веру, собственные силы, желание трудиться, не останавливаться на достигнутом. В новом году будет реализовано еще больше интересных и важных проектов, подчеркнул Адам Джарим.